Какой умничка. В школе старшеклассницу подцепил. Прям вообще такая. Малыш, принеси воды, пожалуйста. Ребята, всем привет! Очень рад вас видеть, все-таки с прошлого года не виделись. Меня зовут Паша, вы на канале Акстар, и сегодня просто крышесносная идея, которая разорвет YouTube. В сегодняшнем видео участвует Алена, познакомьтесь. Привет. Вы не представляете, насколько сложно мне было ее уговорить, потому что она очень стесняется. Напишите что-нибудь в комментариях, чтобы вот Алена не стеснялась больше. Мы вместе все посидим, почитаем, поотвечаем вам. По названию трейлера, я думаю, вы поняли, что сегодня будет происходить. Просто я когда придумал эту идею, я думаю, это будет разнос. И если вам зайдет это видео, давайте 200 тысяч лайков собираем. Я снова уговариваю Алену поучаствовать, и мы записываем вторую часть для вас. Поэтому все зависит только от вас. Комментарии, лайки, ну и все как обычно. Не забываем подписываться на канал и приятного просмотра. Ребята, вас так много смотрят это видео, и давайте сделаем новогоднее чудо. Все знают про правила 6 рукопожатий. Может быть, среди вас есть кто-то или среди ваших знакомых, кто имеет влияние в сфере гражданской авиации. Напишите, пожалуйста, на эту почту, мне нужна кое-какая помощь. Спасибо. Алло, здравствуйте. Здравствуй. Как ты? Все хорошо, слушайте, срочная у меня задача, тут я вас, ну вот, очень срочно. В общем, у меня в соседней комнате сидит подружка сестры, ну там они за дверью, они нас не слышат. Она мне очень нравится. Вот, и я как-то мельком услышал, что она, ну ей нравится гитара, гитаристы. Вот, она что-то сидит там, мечтает, ну так. Ну, мне нравятся гитаристы. А у нас дома как раз гитара есть, ну я занимался раньше. Короче, сейчас нужно что-то быстро выучить, чтобы я и сыграл, и она моей стала. Только есть одна, ну, ей, ну, мне вот 12 лет, а ей 18. Фу, много. Вот, но нужно, короче, чтобы она моей стала. Ну, давай попробуем. Вот. А ну, что, может быть, вот баста выпускной. Так, давай я посмотрю. Ага. Так, я тебе сейчас скину табы. Возьмем с тобой пятую струну, указательный палец поставим на второй лад. И вот цифра обозначает лад, на котором ты должен зажать струну. А как вы думаете, вот эта штука понравится? Ну, слушай, музыка популярная. Есть шансы? Понравится, если ты выучишь, конечно. Ну, вот я хотел сейчас через, ну, минут 20 сыграть ей. Ну, через минут 20 у тебя не получится, но, в принципе, за неделю... Если ты способный, мы сможем выучить. Блин, надо сегодня. Ну, я сегодня постараюсь, хорошо? Ну, сегодня это у тебя не получится. Ну, я постараюсь прям. Тебя пальцы просто не привыкнут даже сейчас. Чуть. Окей, ладно, давайте, погнали. У нас есть 35 минут. Давайте. 35 минут? Ну, давай частично попробуем разобрать. Мы можем с тобой сразу поставить аккорд ля-мажор. Да, ля-мажор я знаю, это буковка А, да? Да, да. Да, все, окей, базар. Потом... Я вот прочитал, посмотрите, правильно? Да, очень хорошо. Окей, давайте дальше. Вот. Слушайте, надо... слушайте, успокоить. Вот сейчас я, сейчас мы разберем это все быстро. Вопрос другой. Сыграть-то я, походу, сыграю, а вот мне может как-то по-особому себя вести, ну вот она сейчас сядет, мне-то что-то может ей сказать, или, поняли, подмигнуть, типа, не? Ты можешь сказать, что это для нее. Для нее. Так, хорошо, это у нас получается, давай мы припев разберем теперь, получается, вот. Ага. Да, хорошо. Смотрите, я чуть-чуть уже запутался. Мы вместе ни разу не играли, ну, в плане с самого начала. Ладно, хотя времени нет, прям при ней буду все соединять. Ну, давай. Я видел в интернете, так делают, ударяют по гитаре, чтобы звуки всякие были. Может, этого тоже добавить? Можно что-то простое. Вот этой частью ударяешь. Круто, кайф. Вот. Вообще супер, замечательно. Я ее сейчас позову и сыграю тогда ей. А что ты покажешь? Мы же не разобрали еще. Ну, я разберусь, тут все понятно, цифры да цифры. Слушайте, может, какие-то наставления дадите?
Ну, слушай, как сказать? Можно сказать, не волнуйся, но все волнуются. Как бы просто делай уверенно. Как бы, и даже если не та нота, ты пропускаешь, играешь дальше, и как бы, как будто так и надо было. Понял, как будто так и надо. Все, давайте, я ее зову. Вот. А, иди сюда, присаживайся. Я у меня тут. Это мой друг из моей рок-группы. Вот. Здравствуйте. Я ему это подсказываю, ну, как играть учу. Вот. Угу. Даю мастер-класс. Вот. Я тебе сейчас. Так. Это тебе. А давай, если тебе понравится, ты меня поцелуешь. Ну, давай. Вот, это для тебя. Ну, ты молодец. Спасибо. Вот. А ты занимаешься еще? Да, что такое? Ну, просто мы там сидим в комнате, если хочешь, можешь с нами пойти посидеть. Да, хорошо, я сейчас приду. Хорошо? Да. Окей. Мы ждем тебя. Да, я сейчас приду. До свидания. Спасибо. Сейчас я закончу и приду. Ну ты даешь. Все, ладно, я побежал, спасибо большое. Все. Давай. Я оплачу, да. Хорошо. Все. Так, берем ручки, записываем. Ну, во-первых, ты уже понял, что играть на гитаре — это безумно круто. Да? Да. Поэтому спорим, что я научу тебя играть эту штуку на своих мастер-классах, даже если ты никогда раньше не держал гитару в руках. А если уже играешь, будешь играть еще круче. Рад наконец это объявить, мы организовываем самые масштабные мастер-классы, где я 100% научу тебя играть. Пройдут они в онлайн-формате, и участвовать можно из любой точки мира, и это бесплатно. Но если у вас нет гитары, мы подскажем, где ее можно достать на время мастер-классов, чтобы опробовать новый навык. А я со своей стороны сделаю все, чтобы этот процесс прошел максимально круто. Но до мастер-классов еще есть время, поэтому я приготовил для тебя подарок. Это пак на новичка, must-have просто для любого гитариста, подарок от моей гитарной академии. В нем будет три урока, как настроить гитару, как читать табы, это такие упрощенные ноты для гитаристов, и разбор произведения Smoke on the Water. Все это нам пригодится, понадобится для мастер-классов. Ну а еще вышли вам табы на два культовых произведения, районы кварталы и пачка сигарет. Ну а чтобы зарегистрироваться на мастер-классы и получить все эти подарки, переходи по ссылке в описании на сайт, регистрируйся и попадешь в телеграм-бота, в котором это все будет. Не упускай возможность, научись наконец играть. Возможно, больше такой возможности не представить. Кстати, среди участников мастер-классов мы еще разыграем 10 гитар. Вот такая у нас традиция сложилась в академии снабжать людей гитарами. Все, ссылка в описании, регистрируйся, увидимся. Мы с тобой будем разбирать, наверное, самый... Ты что-то знаешь уже? Я чуть-чуть играл, но там бой знаю, восьмерка. Вот. Mm-hmm. Аккорды мы с дядей учили, но я вот все подзабыл. У меня вот гитара от дяди. Я как раз хотела начать с самых легких, самые 3-4 простых аккорда разобрать. На них уже можно играть самые простецкие там песни. Угу. Вот. Так, показывай. Так, гитару, наверное. Да, покажи. Конечно. Да. Только смотрите, мне чего-нибудь там не насоветуйте, чтобы я гитару не испортила, а то это дядина.
Да, ну нет, конечно. Будем Окей. самые простецкие аккорды, и даже твои восьмерку не будем, просто. А ты как вообще для себя хочешь, да, научиться играть? Конечно. Просто как мне гитара-то помогает по жизни. Я чуть-чуть так как играю, мне она уже помогает. Здорово. Смотри, тогда мы с тобой разберем первый аккорд. Тебе видно мои пальчики? Да, хорошо, все видно. Вот, тогда я не буду тебе уже как для дурачка показывать, тем более ты помнишь ЕМ, вспоминай. Угу. Три самых простых, мы уже четыре, прости. Мы сможем уже отыграть. АМ, С. Да. И запомнил? G. Да, Отлично. Слушайте, я вообще, почему решил вообще вам позвонить? Я мечтаю свою рок-группу создать. Вау, слушай, у меня в детстве, как раз в твоем возрасте, в школе, я сама тоже создавала свою рок-группу. Офигеть. Да. И, кстати, это был классный опыт, и вот до сих пор у меня такая не очень дорогая простецкая гитара, но потихоньку я еще тоже играю. У нас, значит, была такая история, я собрала девчонок всех, у нас уже концерт должен быть, мы уже выучили песни, все вообще супер, я подготовилась, там шмотки купила, все вообще, все готово, и перед концертом за день меня бросает моя барабанщица, клавишница и удар, а я пела и играла на гитаре, ты представляешь? Это, конечно, сейчас уже со смехом вспоминается, но тогда это была просто трагедия века для меня, тем более я любила группу Tokyo Hotel, может, знаешь, таких еще? Да. Они раньше были очень популярны, я вообще все тащились от них. Блин, грустно, обидно за вас. Ну да, 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 такая вот история была. Но я надеюсь, у тебя все получится. Это классная идея, тем более музыка, творчество — это всегда круто. Вот, а как, помогите, вот как, вот я, гитара есть, я есть, хочу группу, что нужно вообще? На примете вообще кто-то есть из людей, кто занимается, поет, играет на ударных, на клавишных, есть кто-то? Да, у меня в классе одни ботаны. Они кроме этих уроков ничем больше не занимаются. Так. Ну, кто-то же на примете должен быть уже. Или ты сам хочешь прям петь там, как я вот? Так одному же, одному нельзя, это уже не группа. Да, конечно, да, это будет неинтересно. А, слушайте. Так. Короче, я недавно в школе старшеклассницу подцепил. Прям вообще такая. И это, ну, я с помощью гитары, вы понимаете, ну, да? Да. Пригодил. Ну, я, правда, там почти не играл, я чисто с крутой, с чехлом ходил. Вот, мне дали это. Но я ей сыграл одну песенку. Сказал, так. Что... Вот. Вот такую вот я сыграл. Да. Вот. И все, ну она моя. Понятно, так. Вот. Кстати, она дома сейчас у меня. Вот мы после школы пришли, она в гости зашла. Она... Если не ошибаюсь, ходила в музыкалку. Я сейчас спрошу у нее, она пела чуть-чуть. Или, короче, сейчас узнаю. Если что, может быть, мы сейчас и споем, попробуем. Ну, да, я с удовольствием послушаю, конечно. Вот, ну давайте сейчас. Так надо, наверное, песенку-то подготовить какую-нибудь. Сейчас я поищу что-нибудь на этих аккордах, которые мы разобрали. Да, но на них много песен уже, можно даже... Я вот недавно сериал вышел, я там песню красивая была. Так. Да. Давай. О, прикиньте, тут как раз вот АМ, G, C. Да, я говорю, это самые ходовые, да. Ну давайте, сейчас я спрошу у нее. Ну давай. Короче, я спросил. Лена, иди сюда. Садись. Да. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream. Это вот. Это Алена. Здрасте. Привет, привет. Меня зовут Юля, я преподаватель. Да, это, смотри, приятно. Это вот преподаватель мой по гитаре. Ну, ты знаешь, я, ну, всегда нужно чему-то учиться. Ну, ты знаешь, я мечтаю группу создать. Вот, и как раз у моего преподавателя была в детстве группа, и она может помочь, подсказать, как это вообще все делать. Вот, и я что подумал, а что, если ты будешь реально в группе петь? Это же вообще круто. Ну, ты попробуй. Же... Да, давай попробуем. Смотри, да то я открыл песенку. Это помнишь? Я поняла, хорошо. Вот, ты ее знаешь, да? Угу. А как вообще что? Так, ну пускай попробует она хотя бы начать. Ты сможешь подстроиться или как у вас? Как я не знаю. Подстроиться? Кто более профессиональный?
Как, одновременно вступать или как вообще? Я думаю, что пускай, наверное, она начнет. Давай, ладно, я разберусь, я не глупый. Да, ты просто да, пой, как... Хорошо. Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Ну вот как-то... Вау! Вау! Браво, ребят! Правда, браво! Это уже все посылы на то, чтобы создать свою группу. Остается завести только ударника, и все. Пожалуйста, в бой! Вы классные, правда? Я в шоке даже. Молодцы! Класс! Вот. Вот такая у меня девушка. Девушка как раз уже готова для рок-группы, я считаю. Волосы темные. Ну все, тогда можно будет выступить в школе. Да, ты я только пожелаю удачи. И буду ждать видео, с удовольствием посмотрю ваше выступление. Найдите только кого-нибудь еще, чтобы это было как-то поэнергичнее, поживее и более смахивало на рок-группу, а не на просто тандем такой. А что дальше? Вот как-то регистрировать в реестре групп надо что-нибудь такое, нет? Слушай, ну это уже ты далеко, мне кажется, заглядываешь так. Мне кажется, нужно создать на самом деле, вам самим сконнектиться, что-то записать, возможно, свое. Может быть, вы что-то захотите, сейчас много ж переигрывают. А смотрите, тут Алена как раз стихи пишет. Может да. быть, что-нибудь мы и придумаем. Да, грустно, представляешь, группа была, вот, да. А перед концертом все участники группы бросили. Кинули. Прям за день, да, до концерта все так готовилось. Я купила шмотки, покрасила тоже в темные, кстати, волосы. Mm-hmm. И я уже наделась, и девчонки просто не пришли. Кошмар. Да. Вообще. Поэтому ужас. Я буду с удовольствием вообще с вами всей душой. Супер. Спасибо. Ладно, ну все, мы обсудим еще. Ладно, мы занимаемся. Хорошо. Да. Давай. Так. Ну, как у меня получилось сыграть? Вау! 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 Ты очень талантливый парень. Вообще, спасибо. Просто. За ну, 2 секунды так, да, ты молодец просто. Вот, ну да. Думаю, что в группе что-нибудь, ну, круто, короче, будет. Ладно. Плюс будет еще люди. 3 головы, знаешь, и вы все равно сделаете музыку свою, это в любом случае. Угу, я понял. Хотим поделиться с вами крутой новостью. Мы в Академии преодолели планку в 6500 учеников со всего мира. Недавно мы перестроили Академию, и теперь это реально лучший способ научиться быстро и круто играть на гитаре. Наше гитарное сообщество, кураторы и суперкрутая программа, построенная исключительно на практике, творят чудеса. Мы постоянно спрашиваем учеников, как им наша Академия, и средняя их оценка это 9,2. А, ну, вы знаете, что выше 7 это уже круто. Скоро у нас будет набор на 4-й поток, поэтому приглашаю вас. Значит, переходим на сайт, проходим тест, который покажет вам, какой курс вам подходит больше всего. Ну и посмотрите список произведений, которые вы выучите за время обучения на курсе. Там просто десятки культовых, просто невероятно классных произведений. Все, ссылочку я вам оставил в описании. Переходите на сайт, оставляйте заявки, и с вами свяжется мой отдел заботы. И подскажет вам вообще, что делать. Кстати, скажу по секрету, они вам будут предлагать скидки. Соглашайтесь. Вот урок гитары у вас, правильно? Правильно попал? Да. Да. Правильно попали. Расскажите в первую очередь, зачем вам понадобились уроки? Почему гитара? Ну, у меня группа своя, рок-группа. Угу. Вот, и я в этой рок-группе играю, и я понимаю, что ну, нужно выходить на крупные сцены, покорять новые вершины, и решил, что нужно поднять уровень игры, потому что там, понимаете, все на мне. А грамоту знаете? Какую? Нотную. Нотную грамоту? А у нас так, у нас все на ощупь. На ощупь. На ощупь. Поэтому и зачем тогда вам понадобилась консультация? Раз на ощупь. Я вот подготовил произведение, хочу научиться его играть. Но вы же знаете, что такое табы?
Конечно, я знаю, что такое этап. Вот. Вот я открыл это новое произведение. Я его разобрал частично, но тут какие-то непонятные символы, штуки. Вот, я бы хотел, чтобы вы объяснили, рассказали, если вы знаете. То есть, если человек научился читать, он откроет книгу, и он поймет. То же самое профессиональный музыкант. Он должен знать музыкальный язык, потому что нет никаких внезапных там черточек, никто... Это не от балды было придумано куча всяких вот этих всех нюансов сольфеджио. Без этого никак, как в программировании, как в коммуникации. Ну, давайте, откройте ваши там... Да, тапы, я вот, я вас понимаю, я поэтому вот и хотел, чтобы вы мне некоторые нюансы объяснили. Вот, я вам сейчас скину. Ну, так, нехило. Ну, да, да, я говорю, у меня уровень высокий у группы, понимаете, я... Меня вся школа знает, вот, даже, я даже, это, старшеклассницу подцепил. Да, вы что? Да, я как сыграл однажды, вот, недавно, вот, все моя. Ага, ну, посмотрим. Приглашайте на концерт. Да, хорошо. Вот, но она красивая такая, мне нравится. Вот. Я подхожу в школе, ей как сбацал. Вот так все и началось. Вот. Ну, хорошо. Сегодня, вот сейчас с вами разберем, но нужно же поддерживать уровень, да? Чтобы ей играть все круче и круче, а то она уйдет к другому гитаристу. Вот, поэтому нужно развиваться. Я на ощупь все делаю, я нигде не учился. Вот, но я вижу, что там стрелочка вверх. Я, очевидно, предположил, что это от шестой к первой. Мы так двигаемся, вот так. Угу. Вот. Но там есть нюанс. Что? Что там? Ну вот там я вижу, что там сверху какой-то символ, типа скобочка или буква «П». Это обозначение бочки, или по-другому это называют кик. А, типа как у барабанщика бочка. Да. Типа вот так. Да. Угу. Да, я видел такие видео, видел, как так играют. Ну, некоторый эффект барабана в игре на гитаре, если гитара солирует, чтобы все равно был вот этот вот бас, так сказать. Я, походу, сейчас вот эти приемчики выучу и скажу барабанщику пока-пока, да? Ну, нет. Если музыка, она будет... Конечно, на самом деле очень крутые гитаристы, они даже акустические концерты дают такие, что там... Понял. Когда-нибудь я бы тоже хотел, понимаете, свой бы концерт такой организовать. Вот, а что, это идея. Бочка, да. Ну. Вот, и получается так, примерно. А, или одновременно нужно? Да, одновременно. Ой, одновременно. Но мы еще пока не проходили это. Одновременно. Это уже русский язык, это не музыка. Да, это для ботанов. Окей. А дальше вот этот крестик. Я тоже не совсем разобрался. Этот крестик — это щелчок по струнам. Я хотел сегодня своей сыграть, чтобы она офигела от этих новых приемчиков. Надо нам сегодня это сделать. Ну, давайте сделаем. Так, что-то вспомнить хотел. А, вот, сейчас. Малыш! Малыш, принеси воды, пожалуйста. Сейчас, так вот, вот здесь тоже все понятно. Угу. Окей, да. А что ты тут делаешь? А, да, у нас тут это, повышение квалификации. Вот. А, ну, окей. Спасибо большое. А стой, а садись-ка, послушай, мы тут разобрали кое-что. Я что-то научился, смотри, садись. Здравствуйте. Вот, смотри, это «Седая ночь». Смотри, научился по гитаре стучать, прикинь. Слушай.
Ты вообще у меня такой умничка. Спасибо. Ну все, иди, я сейчас скоро приду, мы закончим тут, и я приду. Хорошо. Вот. Так, разъясню, я решил на всякий случай на YouTube не загружать, вот, стикером прикрыл, но если хотите посмотреть без стикера, без цензуры, я залью этот фрагмент в Telegram-канал, когда там будет 100 тысяч подписчиков. Подписывайся. Ссылка в описании. Неплохо. Ну, малыш, закрой дверь, пожалуйста. Ну, слушайте, ей, походу, понравилось. Я думаю, да. Вот. Вот так. Ну, слушайте, да, здорово. Понял, бочка, щелчок, вообще все прекрасно. Алена, расскажи, каково тебе было сниматься? Беру интервью. Опыт очень необычный. Все было здорово, мне понравилось. До свидания. Спасибо. Было немного волнительно, потому что ничего подобного я еще никогда не делала. И я не умею врать людям нормально, в отличие от Паши. Но я надеюсь, что получилось неплохо. По крайней мере, для первого раза. Да, ребят, а не забывайте, чтобы было второй раз и вторая часть, нужно набрать 200 тысяч лайков. Все, все зависит от вас, надеемся, вам понравилось. А, и чуть не забыл рассказать, у меня же открылся музыкальный магазин, магазин музыкальных инструментов, где есть куча всего. Мы уже продали более 50 гитар, это вообще повод для гордости. Мы там постоянно что-то работаем, обновляем над магазином, теперь сделали такую штуку, что есть гитары, которые лично я рекомендую, любую из них можете брать, и 100% она будет очень классной. В общем, работа для вас, если вам что-то нужно купить музыкальное, в нашем музыкальном магазине. У нас очень крутые цены. Все, ссылочка на магазин в описании. Все, пока-пока. Всем до встречи в следующем видео. Подписывайся на канал, не забывай. Пока.